Теперь переходим на более светлый оттеночек. На вот такой вот красивый ярко-зеленый. Цвет зеленого яблока. Тоже делаем одинарную ниточку. Этим цветом нам нужно заполнить нижнюю половинку глаз панды. Для этого выходим отсюда. И не просто заходим между стежков, но и немножко еще можем отводить их от зрачка. Чтобы не закрыть ровный зрачок. И заходим между темно-зеленых стежков. Выходим не из черной линии, а рядом с ней. Видите, панда оживает прямо на глазах. Можете сделать глазки любого абсолютно цвета, который вам нравится. Самое главное, подберите сочетание из трех цветов в одной палитре, так, чтобы у вас был один самый темный цвет, один самый светлый и какой-то цвет между ними. И надо, чтобы эти цвета друг с другом хорошо смотрелись. Я еще делала голубые глазки своим пандам и карие. Смотрите, какие шикарные глазки. Пусть направление стежков, которые мы нанесли здесь на пятнышках вокруг глаз, помогают вам с направлениями бежевых ниток. Видите, если их повернуть по направлению пятнышек, да, вот куда нас кисточки смотрят, то мы сразу понимаем, куда должны смотреть бежевые стежки. Все лучше и лучше наша работа, она просто озарена светом. Обратите внимание, черные нитки не отбрасывают никакого света, зато светлые нитки просто полностью переливаются и ловят солнечные лучи. Как же это красиво, правда? Ну невозможно просто. Завязываем сзади узелочек. Осталось всего пара маленьких деталей. Лучше сразу вырезать поближе к вышивке, чем потом возвращаться и дополнительно срезать слои фетра. Конечно, если вам совсем страшно подходить близко к вышивке, вы можете оставить 1 или 2 миллиметра.